Салют, дамы и господа, приветствую Катаны, с вами я, Метатроныч. Да, у меня в руках коробочка от ножа Ганзо. Этот нож любезно предоставил магазин Фонариком. Вот, и ссылочки на него, конечно же, будут в описании. Модель KG720. Вот так вот это выглядит. Made in China, естественно. Естественно, а что же еще? Что же еще? Упаковочка черненькая, в отличие от Ганза, которые, ну, идут прямо из Китая, там идет серенькая упаковочка в основном. Ганза, которые приобретаются в России, ну, чаще встречается упаковка такая черная, более стильная, что ли. Не знаю, то ли это заказ у них отдельный на упаковке, то ли что. Может быть, это я такое совпадение просто, и мне так попадается все время. Ну, собственно, вот что есть с ножом, и больше никаких бумажек нет. Написано, что не является холодным оружием, при этом не написаны ни сертификаты, ничего прочее и так далее и тому подобное. Давайте посмотрим вообще, масса 205 грамм, это очень много, мы сейчас это все взвесим, все проверим. То, что материал G10, это вообще отлично. Ну, все знают качество ножей Ганзо, и ругать их или расхваливать большого смысла нет. Это адекватные ножи за свои деньги. Единственная у меня небольшая претензия — это к весу, ну, данного ножа. Не именно всей серии, а просто данного G720. Мне пришел он в оранжевом исполнении, за что огромнейшее спасибо магазину. Это там широкий выбор, три цвета. Есть оранжевый, есть черный, есть такой, знаете, болотно-зеленый, как у Глока. Такой вот. Вот такой вот бархатистый чехольчик. Убираем его. Вот такая вот оранжевая морковка. Очень оранжевый. Китайцы научились делать хороший оранжевый цвет. Это радует. Это радует настолько, что... Ну, очень радует, в общем. Действительно, G10. Давайте сразу, не отходя от кассы, как говорится, взвесим. Потому что реально первое впечатление от ножа, когда ты его берешь в руку, такой: «Что?» Это просто, он гигантско тяжелый, он просто мега огромный и тяжелый. 205 грамм нам обещали, дали 204 грамма. Ну, все, думаю, в пределах нормы, придираться здесь глупо. Он действительно очень-очень тяжелый. При этом общая длина, сейчас посмотрим, общая длина примерно 201, получается. Короче, 21,5 сантиметра, где-то так. Длина клиночка 9 сантиметров. Толщина по обуху. Толщина по обуху. Где-то 4 миллиметра. Вот, замочек здесь Axis. Замочек из коробки не летает, но достаточно было немножечко подкрутить и... И пошло-поехало. Совершенно неудобно. Вот вы видите, я рукой просто о микрофонную стойку бьюсь. Ну, в общем, это работает. Стало работать. Причем он тяжелый. И эффект, соответственно, тоже такой же. Очень... Инерция очень большая. Как он из коробки бреет или не бреет? Режет или не режет? Ну, насчет брить я не уверен. А насчет вот просто порезать вот клейкий листочек. Сейчас мы эту часть заклеим. Просто возьмем и... Ну, вот так вот. Есть микроворс такой, то есть достаточно крупный. Значит, такая серейтерная больше заточка. Ну, микро, конечно же. Микропила. Ну, это и на самом деле большинству это и плюс. Потому что таким ножом они смогут гораздо больше и дольше поработать, нежели идеально заточенным в бритву. Когда человек впервые берет нож идеально заточенный, он что-нибудь им делает, и тут же нож уже становится через мгновение не идеально заточенным. А это не совсем радует. 440-я сталька, значит, вот. Ну, это
та самая классическая 440, которая стоит на всех Ганза с обещанным плюс-минус 58 по Роквеллу. А, логотип гравирован, он, точнее, выжжен, я так думаю, лазером. Аксис лок, претензий к Аксису нет вообще никаких. Огромная вставка, огромный спейсер какой-то, просто меговский, да. Клипсу никуда переставить нельзя, только клиночком вверх можно носить, и все. Есть отверстие под темлячок, довольно большое, то есть паракорд влезет вообще без проблем. На каждый день носить его на кармане? Нет, я не могу так сказать, нет. Я бы его точно на кармане не носил и носить не буду. Вот где-то просто в рюкзачок положить, и вот тут как раз-таки пригождается вот этот матерчатый мешочек, такой бархатистый. Это да. По центру ли клиночек? Ну, давайте, смотрите сами. Вот. Смотрите сами и, как говорится, решайте. По центру, не по центру. Толстенный нож, толстенный ломик. То, что Аксис юзает Ганза, это, конечно, плюс огромный. Ну, вот лично мое мнение такое. Это очень-очень хорошо. Вот. Подводы. С одной стороны они чуть-чуть аккуратнее, с другой менее аккуратно. То есть там шире, уже. Больше, меньше. Знаете, такое ощущение, что просто гриндер, на котором все это затачивает, нужно чаще менять. Но, в принципе, и так сойдет. Ну, нельзя требовать за эту цену и придираться прям ко всем мелочам. Я и так уже ко всему, что можно, придрался. Просто-напросто. Просто ко всему, что можно. В принципе, как себя ведет в работе? Ну, блин, он слишком толстый, естественно. Обух огромный. Это ломик. За счет веса вы не сможете им работать постоянно. То есть это не шкуросъемник, да, какой-то. Это не нож грибника или еще что-то такое. Это нож, ну, возможно, для что-нибудь, знаете, забатонить. Какую-нибудь там деревяху. Что-то такое, где вы будете как можно меньше двигать вместе с ним рукой. Потому что 200 грамм тут, туда-сюда будешь дергать, рука устанет. По большому счету, если взять там ту же крыску, да, которая весит поменьше малость, или тот же милитари, который по размерам-то даже побольше, но по весу гораздо поприятней. Но вы не забывайте цену, и есть товарищи, есть люди, которым хочется большой мощный нож. Неважно, там, сколько он весит, им главное, чтобы он весил, и этот вес ощущался в руках, и не страшно было там то, что погнется вдруг, слишком тоненький или еще чего. Здесь используются, значит, шайбочки из металла, то есть не фторопласт, что для некоторых минус. Вот тут, вот знаете, вот этот лагерь вечный, да, там, фторопласт лучше, нет... Лучше металл, нет, лучше фторопласт, но не хочу холивар разводить. Давайте уже так, все люди взрослые, каждый сам для себя решает, что ему лучше, потому что спорить можно бесконечно. Вот, как лежит в руке? Да, в принципе, удобно. Рукоять достаточно широкая, да, поэтому хват удобный у ножа, очень-очень удобный. Единственное, что при таком весе, знаете, складывается ощущение, что клиночек должен быть побольше. Вот, ну вот. Кажется так, что должен быть больше. А это такой вот, знаете, носорожек такой вот. Мощный, маленький, компактный такой, толстенький носорожек. Я только так его могу обозначить. Плюсы это или минусы? А тут, друзья, я же говорю, кому что? Кто-то не любит легкие, тоненькие ножи там всякие, кто-то хочет помассивнее. И вот у вас есть прекрасный вариант насчет взять что-то помассивнее. Да, по Аксису, кстати, ругался я на Аксис ганзовский одно время. Сейчас могу немножечко изменить свое мнение по одной простой причине, что Аксис стал получше, Аксис стал помягче. Это, конечно, не тот Аксис, как на бенчмейдах, но он уже очень близок, и он практически наступает на пятки.
Вот, то есть Axis стал получше, Axis стал гораздо получше. Клипсочка хромированная или никелированная, что тут, я честно говоря, не знаю, но она точно не покрашена, и это точно не заполировка, это именно какое-то хромирование или что-то такое. Сам клиночек не полирован, на нем видны вот такие вот остатки машинной обработки. Вот так вот их вводишь ногтем и прям чувствуешь, да, вот такие поперечные линии. Прям вот, прям жик-жик-жик, как такая микродосочка такая получается. Вот. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Это в то же время и не стоунвош никакой. И в то же время могли бы заполировать, если что. То есть от бликов это не спасет, если есть любители там говорить. Вот это там от бликов. От царапин это тоже не спасет. То есть царапины на клинке заметны будут. Просто, видимо, так дешевле обрабатывать. Ганза так и обрабатывает. Вот. У них сейчас на многих сериях именно так все и выглядит. Ну вот вы видите, как это выглядит. Вот так вот. Вот. По плюсам-минусам. Да не знаю, что я по плюсам-минусам-то сказать. Это все настолько субъективно, господи. Одному нож нравится, второму не нравится. По эргономике мне, например, он удобен. Ничего плохого сказать не могу. Минус для меня только вес. Вот весил бы он грамм на 50 или на 80 меньше. Или клиночек был бы чуть-чуть длиннее. Ну, то есть, как бы этот вес должен быть оправдан. И здесь он оправдан только в том, что нож очень толстый. Нож толстый внушает такое, знаете, вот пока он просто лежит, ну так вроде бы ничего. Берешь руку, оу, полегче. Что такое мощное-то? Вот. Такое вот ощущение складывается. Люфт. Да вроде ничего не люфтит, ничего не скрипит. Чтобы можно было там потыкать пальцем и ругать там Ганзу. Такого я не нахожу. Вы, конечно, смотрите и думайте сами, надо оно вам или нет. Надо или не надо. Буду ли я пользоваться этим ножом? Да, буду, но исключительно как вариант для рюкзака. То есть положил в рюкзак и пошел. Мне, например, 100% не будет им страшно что-либо забатонить. Сейчас, к сожалению, уже зима на носу. Не знаю, как у вас, а у меня тут то снег, то мороз, то дождь. Короче, батонить можно только лед и скалы. Мне что-то не очень интересно. Но я думаю, по весне, как природа немножечко живет, можно будет его взять в свою вылазку какую-либо. Вот, и попробовать им мне им не страшно, во всяком случае. То есть я не опасаюсь, что что-то сломается там, что-то отогнется, где-то что-то погнется. Мне кажется, ему ничего не будет. Ну вот, но это так. Практика покажет. Замочек-то Axis. Вот, по идее, должно все быть более-менее отработать нормально. Вот для этих целей, да, возьму. Носить ли его на кармане каждый день? Ну, даже вот я при моих габаритах и размерах, да, там 2 метра роста и 2 метра в ширину, мне некомфортно носить такой огромный нож. Он выглядит устрашающе, это бесспорно. Знаете, оранжевая рукоятка делает его добрее, но все равно прослеживается, да, такой вот. Большая подпальцевая выемка, очень такая удобная. Прослеживается агрессивный вид. Но даже мне с моими габаритами, извините, 200 грамм в таком размере носить на кармане совершенно не улыбается. Но я же говорю, я рассказываю лично про себя. У вас может все быть совершенно иначе. Вам может быть это удобно. И у вас мнение совершенно может отличаться от моего. Я никому ничего не навязываю. Вот. Просто показываю ножичек. А сколько бы я поставил баллов? Я бы ему поставил 7 баллов, если бы не вот этот вес огромный. Поэтому 6,5, я думаю, он заслуживает. И 6,5 он еще заслуживает за счет вот этого классного оранжевого G10, который классно лежит в руке. Текстура очень приятная, не скользит, ничего. То есть здесь все как надо сделано. Рукоятка очень удобная. Вот, тут плохого ничего не могу сказать. Она такая тепленькая в руках. Ну и все так, все в таком духе. Вот, поэтому 6,5 балла. Ну вот, он такое дает впечатление для грубых
каких-то работ. Даже, наверное, можно кабель резать. Конечно, потом для этого лучше использовать другие инструменты. Ну, как бы иногда под рукой оказывается только нож. Конечно, потом, да, придется все это перетачивать через какое-то время. Не за один, конечно, кабель. Хотя какой кабель, смотря. Но тем не менее, в общем, создается впечатление рабочего ножа. Мощного рабочего ножа. Из-за того, что много весит, создается впечатление, что его можно носить в коробке с инструментами, в автомобиле, в рюкзаке, то есть где-то, в чем-то, но не на себе. Вот так вот. У меня, во всяком случае, у меня сложилось так. А на этом все. Еще раз огромное спасибо компании Фонарик.ком, которая предоставила любезно вот такой вот образец ножей Ганза. Мне на самом деле очень понравился оранжевый цвет, не понравился вес, понравилась форма. Вот. Хотелось бы посмотреть кое-какие другие модели. Ну да ладно. В общем, что есть, то есть. Вот так вот это все дело выглядит. Брать или не брать, решать вам. Ссылочки я оставлю в описании. Как всегда, мое мнение может с вашим полностью не совпадать. Абсолютно более чем. Как говорится, делайте выбор сами. И думайте только своей собственной головой. А с вами был я, Олег Гром, более известен как Метатроныч. Если все нравится, большой палец вверх, друзья. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Здесь всегда что-то интересное происходит в мужских увлечениях. Не забывайте об этом. Не болейте, не чихайте. До скорых встреч. Пока-пока.